Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Гироскутер Шоп. Мы продолжаем снимать серию увлекательных видеообзоров про компанию Минако. Это Минако Монстр. Монстр среди колхозников. Это с виду обычный колхозник, но он последней ревизии, последней модификации. Сегодня у нас 7 сентября, на момент съемки, да, 23-го года. И вот он перед вами. С увеличенным аккумулятором, с увеличенной передней вилкой. Ход ее прям плавный, мягкий, как надо, прям настоящему курьеру. Контроллер раньше у нас располагался, если помните, снизу туда подал вода, грязь, брызги. Он вынесен под крыло, выше крыла, да? И вот в месте, защищенном под багажником, куда ставится самая главная деталь этого электровелосипеда. Огромный багажник, блин, для перевозки теплых пицц, суши, еды, напитков. Все, что вы заказываете, сидя дома. И в этом ролике вы увидите. Традиции я хочу объявить небольшой такой, как сказать, конкурс, скажем так, да? Просто напиши комментарий, получишь приз. Ну, конечно же, нет. Просто напиши комментарий и досмотри видео до конца, чтобы получить приз для этого электровелосипеда. Самое интересное будет в конце. Не пролистывай, смотри, не пропусти нашу акцию специально для вас, дорогие подписчики и наши зрители. Велосипед стал иметь большой запас хода, потому что для курьеров это очень важно. 80 километров. Вы скажете, как так 80 километров на этом колхознике, на монстре можно проехать? Очень просто. 60 вольт, вот здесь вот располагается у нас съемная батареечка, быстросъемная. Она у нас на 60 вольт. И 20 ампер часа имеет. Вот такая вот огромная. Вес, наверное, более чем 6-7 килограмм. Более, я думаю, даже прям реально увесистая. Маркировочка имеется. 60 вольт, 20 ампер часов, 1200 ватт часов. То есть вот прям мощь. Здесь у нас порт подключения, чтобы наш электровелосипед завести. По направляющей вставляем его, чтобы он не шатался, не болтался. И подключаем с помощью компьютерного штепселя разъема. Хоп, готово. Сидушечка по высоте вверх-вниз регулируется. Чтобы ее открыть, есть специальный упор, рычаг. Надпись Минако присутствует во многих местах на этом электровелосипеде. Как на багажнике. Рамка под номер, сиденье, рама, подвеска передняя. Даже защита цепи есть гравировка Минако. Минако молодцы. Заводится наш электровелосипед с ключа. Приехали на доставку, ключ забрали с собой, отдали, собственно говоря, заказ, вернулись, вставили ключ, повернули, и все. Электровелосипед Минако, колхозник или монстр, монстр среди колхозников, готов к эксплуатации. Этот электровелосипед не только для курьеров, зря вы так думаете. Он также подойдет и для людей, кто проживает большую часть времени на даче. Для пенсионеров, для рыбаков. Почему нет? Багажник большой можно поставить, сумочка для перевозки имеется, ноги есть куда поставить. Многие люди, кто пользуется данным девайсом, снимают полностью педали, потому что у нас запас дальности он достаточно высокий. На 20 амперах можно проехать до 80 километров. Педали вообще, в принципе, ему не нужны. Стальная рама прочная. То есть с рамой точно здесь ничего не случится. Проверено время. Я знаю людей, кто проезжает, только вдумайтесь в эту цифру, 30 тысяч километров за один сезон. Это просто, это до Сочи и обратно, сколько раз-то посчитайте сами, 3 тысячи туда-сюда, 10 раз. 30 тысяч, блин, на нем за сезон можно проехать, и люди проезжают, и не ломается у них ничего, ни аккумуляторы, ни моторы. Представляете? Ну, такая вот надежная техника. Короче, этот байк точно не только для курьеров, точно. Он также подойдет отлично для загородной жизни. Может быть, по дорогам там не совсем комфортно на нем передвигаться, но на даче самое то. Поставили ножки и едете в магазин, на СНТ, на даче, в деревне, купаться, детей возить. У нас же
в комплекте уже встроены педали для того, чтобы перевозить второго пассажира. Но, естественно же, расстояние не очень большое. Здесь очень будет удобно сидеть кому? Children, правильно, вашему ребенку. При этом, при всем, мы имеем минеральное масло, тормоза гидравлические дисковые. Вот тут у нас она залита. А, трубки с усилением металлические, чтобы вы не порвали, не оборвали их нигде. За это тоже плюс. Информационный дисплей. Ну, здесь не показывает скорость, конечно, но заряд батареи, пожалуйста, перед вами. А это самое главное для вас, чтобы вы знали, скоро ли у вас кончится запас хода или нет. Ручка газа. Оп. И также с левой стороны располагаются поворотники, сигнал, переключение скоростей, включение, отключение света. Фара передняя большая, чтобы вы видели все в темное время суток. И мощная, мощная масляного типа мотоциклетная такая подвеска, которая, вот смотрите, я сейчас тормоза зажму и буду, я 94 вешу, со всей силы давлю. Она не пробивается. Вот так вот. Фара, кстати, подключена специально на коннекторах. Мама-папа, вот можете обратить внимание, для быстрой смены, замены, это очень удобно. Что и от воды, кстати, этот коннектор спасает и защищает. 16-дюймовые колеса. Колеса у нас широкие, усиленные, опять же. Вы можете спрыгивать, запрыгивать на бордюры с бордюра. Пожалуйста. Спереди можно назвать литой диск, не спицы. Это явно не спицы, да? Это диск. Сам тормозной диск тоже усиленный. Он прям толщиной, наверное, около 4 миллиметров. Можете посмотреть. Реально долго ходит. Много раз колодки поменяете, диск менять вам не придется. Здесь с помощью этого болта регулируется вверх-вниз у нас, значит, сиденье. Повсюду надписи Минако. Сейчас я вам еще с другой стороны покажу. Поворотничек обновленный. Вся вот эта вот система обновленная, видите, с подсветкой. Здесь под номер сделано. С другой поворотничек включим. И нажмем тормоз. Оп. Контроллер спрятан вот здесь. Откручиваем 4 болта. И здесь у нас располагается контроллер. И также защита от брызг. Усиленная подножка. Видите, он стоит. Он не падает. Все. Все окей. Он стоит на вот этой вот специальной подкатной. Как в Формуле-1, ребята. Сел. Вау-вау-вау, поехал. На доставку продуктов. Минако Монстр справится на ура. Точно вам говорю. Спереди, кстати, тоже располагается брызговик. А с этой стороны, если вы увидите, многие знают уже 60 вольт, 240 ватт. Вы в рамках закона. Пожалуйста, работайте, ездите, доставляйте продукты или используйте его на даче. Никакие права здесь вам не нужны. Защита цепи с надписью Минако. Здесь тоже Минако. На аккумуляторе Минако. Везде Минако. Ни одного слова Монако, только Минако. Значит, упор для ног. Опять же, вот я сейчас сяду. Оп. Вот в таком вот положении вы будете кататься. Или можно поставить ноги на педали, нажать газ и поехали. Небольшой арбуз, дынька спокойно поместится. Также ваши продукты, яички, курочка, хлебушек можно положить для того, чтобы вы накормили своего внука любимого. Это для вас точно, точно подойдет. Я думаю, то, что курьеры, пенсионеры, люди в преклонном возрасте, это электровелосипед будет радовать долгие-долгие годы. Вот здесь я точно не сомневаюсь. А, к слову, про тормоза, да, еще хотелось бы добавить, что здесь усиленные они стоят. Опять же, металлические переходники, чтобы шланг в этом месте у вас не пострадал при эксплуатации. И видите, какой большой калибр, как на мопедах. Вот, точно-точно. А, вес нашего стального друга нелегкий, в районе 47 килограмм. Зато надежная рама, с которой ничего не произойдет. Проверен, опять же, уже годами. Уже реально не днями, не месяцами, уже годами. В реальности это мотор-колесо 500 ватт. Максимальная скорость, которую заявляет производитель, 55 км в час. В комплектации при покупке монстра вы найдете, сейчас я открою для удобства, чтобы положить, инструкцию на русском языке от производителя. Сидение мягкое для вашего ребенка. Это железная пластина снимается, ставится вот такое вот сиденье. Присаживайтесь, поехали кататься. Естественно, зеркала заднего вида.
Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, вот такие вот зеркала. Элегантные. Как у мини-купера как будто, да? Отверстия предусмотрены для установки. Все штатно, просто за минуту вы можете самостоятельно установить зеркала заднего вида. И, конечно же, зарядное устройство, при помощи которого вы будете заряжать своего помощника в повседневной жизни, ребят. Опа! Гарантийка улетела от зарядки. Прошу прощения. Зарядочка... Так, а зарядочка у нас 60 вольт, то все правильно. Максимум 67,2 идет заряд 3-амперным током. 20 ампер делим на 3, почти 7 часов, где-то 6,5 часов. И ваш электровелосипед будет заряжен на 100% и готов к эксплуатации. Значит, дальность 80, скорость 55, гидравлика, что спереди, что сзади. Сиденье в комплекте можно поставить. И есть еще специальные вот такие вот большие багажники для курьеров. Что еще нужно вам знать про это чудо? Я думаю, что ощущение при езде. Поехали? Ну, ребят, по традиции, камера на грудь. Я готов к поездке на этом монстре. Первое, что вам надо знать, предохранитель убираем с подножечки. Катим его вперед. Подножечка сама убирается, видите? Так, ну, поехали. Помощника у нас на педалях нету. Сейчас поставим вторую скорость и третью. И газуем. У нас электровелик только из коробки, никто его не заряжал. Заряд где-то на 50%, вот видите. Слушайте, ну он комфортненький. Не знаю, конечно, если целый день на нем кататься и выкатать батарейку, там 80 километров проехать, что будет. Ну а так и сиденье комфортное, и управление комфортное. Воу. И скорость комфортная. Скорость, кстати, большая, по ощущениям уже в районе 40. Причем набирается она очень просто. Очень легко и быстро. Не, ну здорово, вот. Бесшумный помощник для вас. Почему бы нет? Он мощный, да, 60 вольт. Мотор там 500 ватт не сильно мощный, но в то же время он тащит. Он прям для работы сделан. Я думаю, то, что люди преклонного возраста оценят данный девайс. Давайте вот здесь повернем. Ну, я же говорю, он маневренный. Видали, да? Оп-оп-оп, и все. И опять же, сбалансированный он такой. Все сделано качественно, чувствуется, хоть тяжелый 47 килограмм, но качественный. Вот это мне и нравится, у него качество хорошее по сборке. Ну и управление тоже отменное. Оп, оп. Очень, очень он комфортный, не знаю. Почему-то с комфортом связано все это дело. А если комфорт, то это молодые люди у нас любят скорость. Комфорт — это уже к людям, которые пожили, знают уже, в чем смысл. Поэтому, я думаю, для дедушек, для бабушек ездить за продуктами, на рыбалку, на охоту — то, что надо. Абсолютный чемпион Минако Монстр для таких целей и задач. Ну и, естественно, вы сами уже знаете, что все курьеры передвигаются именно на таких колхозниках. Все их устраивает, потому что мало ломается, примитивно, простые компоненты используются. Вот. Но в то же время все надежно и комфортно. Сотый раз повторяюсь, комфортно. В Китае, кстати, когда я был, тоже на таких электровелосипедах передвигаются местные жители и доставщики, и просто ребята-работяги. Там прям за час можно увидеть буквально тысячи таких электровелосипедов. Ну а мы подведем итоги. Ребят, подводя итог, давайте
самым нетерпеливым же интересом, что было в конце видео. В конце видео подарки от Гироскутер Шоп. Сейчас, значит, вот так, со всей дури, бах, в колокольчик, как шандарахнули. Подписаться нажали, чтобы следующее видео не пропустить от нашего YouTube-канала. И, значит, говорю сразу, первые 5 человек, кто купит, Миннака, колхозник, получит багажник для перевозки продуктов или пиццы в подарок первым 5, кто купит монстр 60 вольт 20 ампер в нашем интернет-магазине Гироскутер Шоп. Я только что прокатился и хочу подвести итоги. Несколько раз я сказал, что про слово комфорт, вы слышали, он реально комфортный. Похож, если с машинами сравнивать, что-то типа, может быть, Toyota Camry. Плавненькая, не супер-супер быстрая ракета, как Lamborghini, но комфортная, комфортная и надежная. Вот этот электровелосипед, кому-то он покажется несуразным, кому-то он покажется, наоборот, сверхкачественным. Он включает в себя два основных достоинства. Первое – надежность, второе – комфорт. Комфортно и надежно вы будете передвигаться длительные поездки по 80 километров на одном полностью заряженном своем аккумуляторе при скорости в районе 55 километров максимальной. Ну, комфортно, конечно же, передвигаться 35-40, прям чтобы вообще комфорт. Колеса широкие проглатывают все неровности, все кочки. Что еще нужно для такого помощника, как на даче, в деревне или же для работы курьером? Неспроста данная модель завоевала первое место среди курьеров по доставке пиццы, суши, еды и напитков в крупных городах. Я вам скажу честно, кое-что забыл сказать, вы это должны знать. Самое надежное, где можно купить магазин, Гироскутер Шоп, по секрету шепотом говорю, Гироскутер Шоп, в других не покупайте. Пока-пока!